Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. Мы продолжаем проходить черепашки, ниндзя, легенды, и начну я с ежедневных наград. Так, Лига Сёгунов, одна звезда, так же как и две звезды. Замечательно, забегаем сразу в магазин и забираем свою колоду. Так, смотрим, что нам выпадет. Кирби, точно, ребята, Кирби, я его узнал. Далее, переходим в задание. Забираем наш реворд. Так, значит, нам нужно сразиться в боях, понять уровень персонажа. Ну, давайте начнем, наверное. Так, у нас мутаген. Ладно, это я, ребят, потом заберу. Ну, а сейчас, наверное, давайте поищем. Кого нам поискать-то? Бибопа начнем, да? Давайте быстренько три попыточки свои израсходуем. Не поперло. Так, одно ДНК нашли. Два ДНК, отлично. Кто у нас еще остается? Микеланджело, да? Давайте-ка, вот он. Находим. Так, одно ДНК нашли, отлично. Так, поехали далее. Ну, как всегда, минус, да? И здесь, во, два. Сегодня прет, кстати, ребят, у нас. И остается нам найти морозильную кошку. Да, ребята, будем сейчас искать именно ее. 56 ДНК у нас уже есть. Уже 57. Так, тут обычно мутаген. И, да, ребята, а вот с кошкой морозильной как-то не особо хорошо у нас прокатило. Ладно, в принципе, что? Мы можем с вами найти любого персонажа из вот этого режима. И это будет у меня Кейси, я надеюсь. Но, да, ребята, Кейси мы нашли. Ну что, два задания мы эти выполнили. Забираем реворд с вами и поднять уровень персонажа. Так, кому нам поднять? У нас 12651 мутаген. И я думаю, что это будет, наверное, железная голова. Хватит, интересно, на него? Нет, ребята, на него не хватает, слишком дорого. Тогда давайте, подожди-ка. Давай-ка Микеланджело. У него 58 уровень, может быть. Во! Чуть-чуть не хватило нам, чтобы ему поднять до 60-го. Ладно, ребята, в принципе, задания мы с вами все выполнили. И, пожалуй, мы приступим с вами к выполнению, подожди-ка, испытания. Ага, у нас еще даже вот это испытание не началось, да? Городская война, свет в темноте. Плюс у нас... А вот это я прошел. Ну, остается учитель Сплинтер на эксперте. Сплинтер. Ну, давайте, наверное, начнем именно с поисков ДНК на Сплинтера. Поехали. Кого мне дадут в команду? Слушайте, ребят, ну, в принципе, неплохой вариант. Очень даже неплохой, я вам скажу. Тут Сплинтеру, конечно, не сдобровать. В первом раунде у нас все легко и просто. Так, делаем танец на уворот. Отлично. И приступаем к разбору. Сплюшки, ребята, просто его сплюшки закатали мы. Замечательно. Ладно, короче, мы с вами заработаем. Сколько там нам дают ДНК? Одну или две штучки? Сейчас посмотрим. По идее, должно две быть. Да, ребята, две. Отлично. Тогда давайте следующий бой попробуем провести. Он 50 уровня. Думаю, что здесь тоже не будет особых проблем у нас. Естественно, он себя бафает. Без этого, ну, ничего себе, он пробафал, ребят, себе. Смотрите, что он на себя там повесил. Ладно, мы начнем с танцули, как обычно, по стандарту. Так, танцы с бубном сделали. Давай попробуем теперь вот так вот. Ага, не так уж он и слабенький на этот раз, ребят. Вы сами видите, я беру провокацию и посмотрим, что у него из этого получится. Кстати, какая, интересно, у Сплинтера массовая атака, а? Кто мне скажет? Есть у него вообще такая или нету? Так, так, он промахивается. Получает ответку. Ага, вот у него, да, этот удар, ребята. Ну, довольно неплохой, кстати, я вам скажу. Отнимает четверть здоровья. Ну, Микеланджело... Тихо, тихо. Это, кстати, опасно вот так вот. Он же контратакует у нас, по идее. Поэтому опасно в следующий раз что-то такое вытворять. Ладно, ребята, очередная у нас победа. Опять же, у нас получается 2 ДНК. Или 3 дадут сейчас. Посмотрим. Дают только 2 пока. И у нас эпизод 3. Какой уровень? Так, 60. Вот здесь уже напряженно все на самом деле. 60 уровень здесь будет рулить, наверное, жестко. Так, кого он уничтожает? Нет, он не убил, но повреждение довольно хорошее нанес. Давайте, ребята, опять же начнем с танцев. А вот они, пляски с бубном. И давай вот так вот сделаем. Хоба! Нифига себе, Лео, вот это вот здорово ты сейчас сделал. Лишь бы Микеланджело он мне не подбил, остальное все, ребята, ерунда. Так, добьем мы его? Да. Отлично, третий эпизод у нас тоже пройден на отличненько. Ну что же, продвигаемся дальше. Я не знаю, седьмой стоит брать или не стоит. Там будет 70 уровень у него. 3 ДНК уже получили.
Ну что, ребята, рискнем, как говорится, своим здоровьем, попробуем его накатить. Даже если он у меня подобьет там кого-нибудь, нам бы лишь бы его подбить, чтобы пройти. Так, давай-ка зарубим танцпол. Замечательно. Так, и теперь попробуем, ребята, накатить. Ух ты, ну Лео молодец. Смотрите, ребята, он отнимает довольно неплохо здоровье у Сплинтера. Конечно же, бьет по Микеланджелу, по самому слабому моего герою. Так, давай теперь бомбанем. Ответка будет? Ответка будет, ребят. Но он промахивается, отлично. Так, по кому бьет? Ну, конечно, да-да-да, по Рафаэлю, ребят. Слушай, я думаю, что у нас сейчас все получится хорошо здесь. Мы сейчас немножко подкрепимся. Восстановим, так сказать, себе здоровье полностью. Делаем вертушку незамедлительно. И у него остается, ребята, жизни на один удар. Есть. Слушай, классно, ребят, мы 70 уровня Сплинтера разнесли в прах просто-напросто. Слушай, тогда, может быть, нам попробовать следующий затащить? Как вы думаете? 3 ДНК. У нас следующий будет, наверное, 80 уровня, ребята, 80-го. Это уже действительно серьезный противник для меня. Сейчас он будет тут себя бафать, ё-моё, как. Смотри, что он на себя понавесил. Атаку, крит, ускорение, защиту. Ну-ка, попробуем. Оу, да ладно, вы серьезно, что ли? Мы, смотри, мы у него здоровье практически не отняли вообще. Так, ну-ка, если мы бомбанем, сколько у нас отнимет? Слушай, мы так сейчас будем его до посинения, ребята, с вами бомбить, мне кажется. Оу, он еще и отхиливается, так смотри. И мы еще и промахиваемся. Так, ладно, я захиляюсь. Я не хочу просто атаковать, потому что будет контратака. И... боюсь, мы здесь с вами продинамимся. Так, елки-палки, я не вижу, ребят, вообще, чтобы мы наносили хоть какой-то урон. Он опять себя бафает. И опять так же. Оу, ну-ка. Постепенный урон повесили. Но это ерунда для него, я думаю, ребят. А если мы еще его поджарим маленечко? Контратака сейчас, да? Естественно, как же без нее-то? Кстати, у меня у ворот, ребята, исчез. Да мы вообще его не... Сейчас будет бомбический, ребят, смотрите. О, он промахивается. Так, ну посмотрим, сколько отнимет, например, вертушка. Да ну, ребят, мне этого Сплинтера не потянуть. Сейчас кто-то умрет. Рафаэля, Микеланджело, офигеть. Да ну, ребят, это не серьезно. Вы все сами прекрасно видите, просто жесть какая-то творится. Как он три контра... Как он три раза атакует, эй! Да иди ты в пень. Короче, ребят, вы все поняли, вы все прекрасно видели. Я не знаю, как его можно здесь подбить. Но зато я могу вот этот вот этап, например, пофармить. Давай попробуем. Подожди, я не так хотел, не таким макаром. Давай вот здесь вот. Ладно, 4 золотых осколка мне пригодятся. Так, вот это вот ерунда, 2 доллара. Так, оу, 4 ДНК на Сплинтера нашел сразу же, ребят. Так, давай попробуем тогда вот здесь. Может быть, фартанет нам? Жесть, ребята. Прикинь, я просто 4,3, 7 ДНК на Сплинтера сейчас только что нашел на ваших глазах. Ну, а здесь? Ага, а здесь уже не прокатит, потому что мне не хватает, ребята, сыра. Ну что ж, давайте попробуем поиграть с вами вот в это испытание, да? Начинается у нас с самого первого этапа и по возрастающей. Ладно, ребята, поехали. Довольно неплохих мне дали персонажей для прохождения этого испытания. И я думаю, что... далеко-далеко мы с вами зайдем, но единственное, что там очень много персонажей, которые мне, в принципе, сейчас не нужны в данный момент. Так, здесь мы прошли. Так, мы переходим на вторую волну. Здесь, опять же, у нас, как мы видим, маузеры. Мы их, естественно, с одного удара всех положим. Ничего у них тут не получится. Так, передвигаемся с вами далее. Ага, третья волна. Так, минус, минус. Да тут всех, ребята, мы по удару сейчас нанесем, они все погибнут. Отлично. Ну, первый эпизод у нас пройден, как вы видите, на ура. И мы с вами продолжаем нашу эпопею, ребята. Так, наша эпопея, получается, Бакстер Муха. Угу. А саблезуб... Подожди, ай, елки-палки, ребята, вот это я лопухнулся. Я же совсем забыл, что здесь тоже нужен сыр. Ё-моё. Ну, я считаю, ребята, что все-таки ДНК на Сплинтера для меня важнее, чем просто прохождение этого испытания. Тем более, где персонажи многие у меня есть. А сколько мне... Ребята, у меня 59 ДНК на Сплинтера. Это очень классно. Ну что же, нам остается лишь с вами пойти на турнир. Я в Лиге Сёгунов одна звезда. Ребята, меня опять скинули. Причем скидывают очень и очень быстро.
Так, и здесь у нас 53-й, 54-й даже уровни есть. И начнем мы, пожалуй, с Бакстера. Подожди, 53-й. Так, нам нужно как-то с вами вот этих вот ребят реализовывать. И опять нам пригодится здесь Леонардо. Без него я, как говорится, никуда. Потому что я взял с собой малышей. И в моих интересах как можно быстрее их сейчас забомбить здесь. Начинаем с вертушки, это стандарт наш оптимальный. Так, Рафаэль остается, я думаю, что Шреддер с ним, в принципе, справится. Опс, я ошибся. Ну-ка, Бакстер. Ну, Бакстер-то, конечно, он 70 уровня, поэтому ему грех было сейчас проиграть или даже не нанести какой-то урон. Двигаемся с вами далее по накатанной. Мы с вами быстренько сейчас переходим. Ага, в Сёгуну 2 звезды. Слушай, я думаю, сегодня мы в Сёгуну 3 звезды доберемся, это точно. Надо только подобрать оптимальных нам противников. И это, я думаю, что будет, например, Одей. Давайте начнем, наверное, с него. Леонардо возвращаем в строй. Так, 53 уровень, да, значит, возьмем вот этих вот ребят. И я даже не знаю, я сомневаюсь немножко, но рискну. Давайте Рокзара возьмем. Рокзара поставим сразу в провокацию, чтобы, как говорится, не отгребсти от них по полной программе. Давай вот так вот сделаем. Так, и вертушкой. Посмотрим, ребят, сколько мы с вертухи уберем. Многих, но, конечно, хотелось бы, чтобы было больше и лучше. Многих, одного. Многих. Так, погнали. Массовая атака от Микеланджело. Вау, вау, посыпались-то, как листья осенью. Ладно, ребят, ничего страшного. Добивной? Да. Леонардо не подвел, отлично. Ну что же, мы с вами продвигаемся тогда далее. Я хочу сегодня попасть в Лигу Сёгунов 3 звезды. Я знаю, что быстро ребята нас скидывают. Тем более, не забывайте, что у нас сегодня суббота. Осталось всего лишь денечек для того, чтобы получить нам наши бонусы. А бонусы у нас, естественно, будут заключаться в осколках. Мне нужны платиновые осколки. Потом вы, ребят, прекрасно знаете, что мы будем кого-то переводить в ранг. Это еще через неделю. Не вот эту неделю, которая закончится, а через следующую. Ну а пока, ребят, я собираю ваши лайки и комментарии по поводу того, кого мы будем переводить. Пока на первом месте, ребята, лидирует у нас Микеланджело. Да-да, именно тот самый Микеланджело. Но единственная проблема в том, что если я, ребята, успею накопить на него достаточное количество ДНК, то есть, чтобы его тихо, чтобы его проапать в ранг, в платиновую, конечно же, ему нужен и ранг, и, соответственно, уровень. Но если мы, ребят, с вами накопим и, как говорится, голоса не поменяются, мы с вами подождем какое-то небольшое количество времени, да, подкачаем нашего Микеланджело, и уже тогда со спокойной душой мы его будем переводить в платиновый ранг. Хотя, подожди, а он в платиновый ранг, у него сколько звезд-то? 5? Сейчас, подожди, ребят. У него 4 звезды, то есть мне еще его надо будет перевести. Так, я уже не помню, честно говоря. Мы его сразу переводим в платиновый, или у него... Нет, у него должно быть, ребята, 5 звезд. Оу, я боюсь, что ребятули Микеланджело будет очень и очень еще долго у нас в обычном золотом ранге. Потому что вот то, что я накоплю ДНК на него, да, это будет только для того, чтобы я его смог перевести в 5-звездочный ранг. А уже после этого надо будет собрать. Хотя после этого, по-моему, ничего не надо собирать. Мы его просто сразу сможем перевести в платиновый. Главное, чтобы у нас были осколки. Хорошо, ребят, мы с вами определимся с этим чуть-чуть попозже. Главное дожить. У нас еще, как говорится, неделя целая впереди. Там уже будет все у нас видно, что, почем и как. Так, отлично, великолепно. Просто и тигр Шархан наш добивает. Да. Слушай, здорово мы идем, но единственное, меня смущает то, что у нас очень мало остается персонажей, с которыми я смогу играть, я имею в виду крупного уровня, да? А позиция у нас всего лишь 65-я. Это как минимум еще 4 боя надо нам провести. 4 боя, ребята, да? Ни много, ни мало, никуда не денешься от этого. Так, раз, два, три, четыре. Я буду надеяться, что здесь у меня никто не упадет. Если Леонардо, конечно, сейчас сделает нам милости и положит хотя бы львиную долю его команды. Посмотрим. Да, с львиной долей, ребят, я, по-моему, погорячился. И смотри, что начинается. Так, нам нужно подбить, скорее всего. Давай-ка я начну, наверное, с Криса. Минус Крис. Теперь бы мне желательно как-то уничтожить Ваньку, Ваньку-стиранка. Давайте попробуем, ребят. Отлично, и у нас
Сейчас что-нибудь... А, нет, он в инвиз уходит. Хотя он мог, ребята, сделать и массовую атаку. Вертушку свою, любимую. Так, добьет, интересно, у меня нейтрализатор хвостом. Да, отличненько, ребятули. Вообще идем как в сказке просто-напросто. На одном дыхании. Мне нравится. Мне нравится, как у нас все это получается. Так, и перебираемся мы с вами на 50 какую-то, да? 53-ю, ребят, позицию. Хм. Ладно. Во, идеально, ребята. Альфред у нас здесь есть. С серебряными бойцами. С множества. И мы с вами вот так вот выберем. Поехали, я думаю, что здесь уж точно никаких не будет проблем, потому что Леонардо должен здесь положить, ну, минимум троих. Так, подожди, начнем, наверное, с Микки, да? Потому что он у нас вертушку, ой, вертушку делает танец. Вот теперь мы делаем с вами вертушку. Упс. Какая-то промашечка. А если вот так вот кунаями? Так, отлично, стиранка упал. Естественно, Сплинтер пробафывает свою команду. И мы кричим. Кричим на них всех. Все упали, кроме Сплинтера. Ну-ка, добей его, Ваня. Вот так вот, Сплинтер осел. Осел, взгрустнул, всплакнул. Ну, а мы с вами двигаемся дальше. Я думаю, что где-то 41-я, 42-я позиция у нас должна быть. Ребят, получается, у нас боев больше надо проводить. 44-я. Блин, я боюсь, мы не успеем сегодня с вами перейти. Да что ж такое, что же за непруха-то такая? Так, подожди, мы, наверное, возьмем Зека здесь, да? Раз, два, три. Вот так вот попробуем. Я буду за счет маленьких как-то вырываться вперед. Надо было это раньше делать, а не под конец, как говорится, всей этой эпопеи. Да, немножко я, конечно, лопухнулся, наверное, ребят. Я думаю, что здесь только Донателло выживет. Никто, ребята, не выжил. Блин. Хорошо, с одной стороны, а с другой стороны плохо. У нас всего лишь с вами один откат. Всего лишь один откат, да. И попадаем мы на 30 какую-то позицию с вами. 32-ю. Да, получается, что нам нужно было не 4 боя, а 6 проводить. И остается у нас вот только лишь Марцио. Марцио, да. И что я могу взять сюда в противовес? Ну, я возьму, например, Змейка Вьюна, да. А эти-то, ребята, у меня... Ой, какие же вы ватненькие. Какие же вы ватненькие. Я прекрасно вижу, кто у него стоит в команде, ребята. Микеланджело, который будет делать танец на ворот. Причем в самую первую очередь. Ну что, рискнем вот так вот сделать. Это, конечно... Это, конечно, очень плохо, если по большому счету брать. Поехали. Сейчас... Оу! Если бы я знал, что он будет так делать, я думал, что он будет себе влеплять все-таки у ворот, ребята. Ай-яй-яй. Ну что же... Как говорится, я просто перестраховался. Перестраховался. Подбили. И массовая атака от Железноголового. Да, ребята, мы с вами попадаем, наверное, на 20-ю позицию. И у меня всего лишь один бой за счет Рафаэля. Я не уверен, что, конечно, у нас здесь все получится. Стопудово сейчас кто-нибудь у меня да упадет. Какая? 20-я позиция. Нам еще как минимум нужно два боя было бы провести. Уровень у нас у противника очень крепок, очень сильный. Почти 60-е левлы везде, как мы видим. Ну вот я могу только лишь Мику взять. Потому что у него два серебряных бойца. Но опять же, это не факт, что мы здесь, ребят, с вами сможем пройти. Раз, два, три, четыре. 40-е уровни, они ничего не смогут сделать 50-м. А тем более там 56-е. И если еще там, к тому же, мы сейчас не сможем... А мы не сможем с вами провести. Оу! Так, ладно. Рискуем, ребят. Рискуем и пытаемся. Так, уложи его, пожалуйста. Пол хп отнимает, да, за удар. Так, этому тоже, пожалуйста, вот так. Сейчас, короче, каждый получит по плюшке. Но на втором ходу, ребята, они будут делать свои суперудары. Так, заблокировали способность. Ага. Так, что, я не знаю, ребят, давайте попробуем вот так вот сделать. Это у нас, по-моему, на скорость, да? Да, это на ускорение у нас идет. Так, Микеланджело. Промахиваемся мы по Микеланджело почему-то, ребят, к сожалению. Так, давай сделаем массовую атаку. Ой, как ты слабо, мутагеноид, бьешь. Ну что, морозильную кошку уничтожать надо по-любому, потому что он может захилять всех. Так, а это что у нас делает? Крит или ускорение? Я не помню, ребят, честно говоря. Скорость, да, и критический удар. Все правильно. Так, валим? Нет, не валим еще пока. Так, ну этому минус. Ребят, ну... Оу, Микеланджело, тебе не повезло. Так, а если мы вот так сделаем? Да чтоб тебя... так, добиваю я, ребята, Рокстеди, потому что у него контратака стоит. И попробую... О, давай-ка вот так вот делаем. Да ну, хорош, серьезно, что ли? Вообще урона не нанесли. О, ребята, кстати, очень-очень плохо, потому что у меня у...
Рафаэля. Защита, ребята, защита исчезла. Блин. Че, получается, всего на два хода действует, да, ребята, у него? Твою же маковку, а. Ну и вот, вот. Донателло. Короче, мы с вами потеряли морозильную кошку одного бойца. Соответственно, бонус у нас будет неполный. Понимаешь, неполный. И позиция будет, наверное, где-то 16-я. А, 8-я даже. Слушай, классно мы рванули. Но все равно, ребята, этого недостаточно. Недостаточно вообще никак. Блин, с испытаниями, конечно, я немножко лопухнулся. Платиновая. Кого мне тут дадут? Да, опять же нужен сыр. Что-то я так необдуманно начал искать сплинтера. И, ребята, профукал все. Все, как говорится, сегодняшние испытания придется перенести нам на завтра, когда уже накопится у нас сыр. Ну что ж, дорогие друзья, на этом будем закругляться. Сегодня вот такой вот у нас был выпуск. Быстрый, так скажем, ускоренный. Ну да ничего, еще, как говорится, есть у нас неделька впереди. Ну, а с вами был Рэй, всем пока, всем удачи и до новых, ребята, скорых видосиков.